Всем привет, ребят! С вами Алексей24, и мы продолжаем проходить игру «Корсары каждому свое». А точнее, мы играем уже в «Герой нации» DLC дополнение. Ну что, ребят, в предыдущей серии я не помню, что произошло, скажу лишь пару слов, правда, не по делу. У меня в жизни столько произошло изменений, прям вау. Но я думаю, приятель, тебе это будет не особо интересно. И даже то, что, скорее всего, картинка корсаров, она улучшилась. А я почему-то в этом буду очень уверен. Ну, в принципе, я пишу. И самая главная новость, что ты недавно только смотрел предыдущую серию прохождения корсаров Герои Нации. А я-то сейчас пишу следующую серию спустя 2 месяца. Внимание, 2 месяца прошло, я просто не садился и не писал корсаров. Да-да, не удивляйтесь. Ну, личные дела, личное время, ребята, объяснять не буду, это все это. Если тебе интересно, пиши комментарий, я тебе отвечу. Ну, естественно, ребят, я не помню, призывал я вас ставить лайки, подписываться на канал. Не буду просто в этом плейлисте этого делать. Если тебе реально понравилось прохождение от Алексея24 «Корсары каждому свое», ну, ты знаешь, что делать. Учить никого не надо, я так думаю. Итак, ладно, не будем отвлекаться от игры и прожирать впустую тайминг. Мы идем сейчас к Филиппу де Пуанси. Я честно скажу, я забыл вообще, в чё я тут играл, чё я проходил. Ну, 2 месяца не играл. Поэтому сейчас последовательно просто включаюсь в игру и надеюсь, все будет нормально. Первым делом надо зайти в резиденцию губернатора. И я помню, мы письмо от, получается, этого Стайвисонта, или Стайвисонту мы письмо с вами отвозили, а сейчас надо к Филиппу де Пуанси на прием. Ну что, погнали! Я представляю здесь интересы Его Величества Людовика XIV. Добрый вечер, Шарль. Как обстоят дела у Минхёра Стависента? Все отлично, шевалье. Флейт доставлен по месту назначения, а вот ответ на ваше письмо. Благодарю, капитан. Давайте его сюда. Ну что же, великолепно. Питер Стависент сообщает, что барон Фарже может посетить Син-Мартен для инспекции, и что губернатор Флисбурга будет об этом извещен. И окажет содействие. Думаю, что после визита барон примет правильное решение оставить остров в аренде у голландцев. А теперь самое приятное, капитан. У меня для вас 2 хорошие новости. Первое. С учетом боевых заслуг для повышения в звании до чина командор. Примите мои поздравления, сеньор. Служу отечеству. Итак, аплодисменты, овации в студию. Вторая. Губернатор Порто-Пренса прислал торговое судно с трюмом полным товара, предназначенного вам. 500 больших мешков кофе и 500 ящиков какао. Это все плоды наших плантаций в Испаньоле, которые вы защитили от набега испанцев. Кроме того, для вас также предназначен особо ценный груз. 50 единиц бакаута. Что же это такое, объяснять, думаю, не нужно. Ваш товар лежит на складе магазина Капстервилля, и вы любое... для вас удобное время, можете пойти к купцу и забрать его. Благодарю, шевалье, прекрасные новости. И теперь по вашему очередному званию. Со дня на день на Сен-Кристофер вернется барон Форже. Вы отвезете его на Сен-Мартен и обеспечите ему охрану. Ну и, так сказать, присмотритесь к тому, что будет происходить в Флисбурге. А затем доложите мне. Не покидайте город, капитан. Как только барон прибудет сюда, мой вестовой разыщет вас и доложит. Все ясно, разрешите идти? Идите, пара дней отдыха на суше пойдет вам на пользу. Ну, в принципе, как-то вот так вот. Так, что у нас в судовом журнале? Я получил повышение, Пуанси присвоил мне чин командора. Весьма недурно. Мой братец был поражен этим, я уверен. А губернатор Порто-Пренса прислал мне щедрый подарок. 500 мешков кофе, 500 ящиков какао и 50 бревен бакаута. Забрать все это я смогу в магазине Капстервилля, когда захочу. А мое очередное поручение — дождаться прибытия барона из южных колоний и отвезти его на Син-Мартен. Ну, в принципе, да, отвезти, дождаться... Я не знаю, сколько дней надо промотать. Ребята, я не буду писать, короче, сейчас уже фриплей. То есть, надо чем-то заняться. Я буду продолжать, когда барон именно придет. Ну, отмотаю время, естественно. Много часов спустя. Блин, ребята, не успел на запись нажать. В общем, я ушел из резиденции губернатора. Отмотал 2 дня. Какие-то достижения мне приходят.
Господи. Ладно. В общем, смысл такой. Я вышел из резиденции губернатора, и ко мне подбежал... Ну вот, за Елен стоит, получается, какой-то офицер. И он говорит... Капитан Шарль де Мор, разрешите доложить, шевалье Филипп де Пуанси сообщает вам, что барон Ноэль Фарже готов отправиться в путь на Сен-Мартен и будет вас ждать на пирсе. Отлично, благодарю вас, месье. То есть просто переместился в порт, как я уже сказал. А где Фарже? Он меня будет на пирсе ждать, что ли? Короче, ребят, сделал круг почета вокруг порта, и мы видим, вот он, наш герой. Добрый вечер, капитан. Добрый вечер, капитан. Рад вас видеть. Слышал, вас повысили в чине. Примите мое поздравление. Если вам интересно знать, что вы и в самом деле один из наиболее толковых офицеров на службе де Пуанси. Спасибо, монсеньор. А сейчас мы, наконец, отправляемся в последнюю колонию Сен-Мартен. Признаюсь, я уже порядком устал от этих разъездов. Буду рад закончить эту инспекцию и заняться подготовкой к организации французской Вест-Индской торговой компании. Отправляемся? Да, барон, поднимаемся на борт. Новая запись в судовом журнале. Надо обязательно ее прочитать. Барон Ноэль Фуэрже на борту, отправляясь на Сен-Мартен, в моем распоряжении 7 дней. Но я думаю, за 7 дней мы точно управимся. Ну, прям обязаны управиться. Погнали. В общем, подплываю, ребята, к порту Флицбурга. Но для этого мне надо, чтобы все было хорошо, сделать кое-какую манипуляцию. Прохожу не первый раз. Калиучи. Обменять корабль. Я возьму Калиучи лишь из-за того, что... Сами все увидите. Так, неустрашимый. Уплывай отсюда. Бомбы. Заряжаю бомбы, ускоряя немножко время. Мне надо, чтобы мой, получается, корабль уплыл отсюда подальше. Все. Калиучи сейчас пришвартуется. Ребята, не объясняю именно сейчас, почему я на Калиучи. Сейчас все сами поймете. Вот поэтому, ребята, меня начинает атаковать форт. Сам, я ничего не делал. Единственное правильное решение, которое у меня будет, это свалить нафиг отсюда. Меня реально форт атачит, ребят, вы это видели? Это вообще жесть. Итак, что же у нас в судовом журнале? Дюжину акул тебе в койку. Едва я вошел в бухту Флицбурга и приготовился вставать на якорь, как по моему кораблю был открыт огонь на поражение из орудий форта. Это пиздец. И меня атакуют голландские корабли. Но держитесь, негодяи, надо выйти из зоны поражения форта и расправиться с вражеской эскадрой. Я согласен, Шарль. Поэтому я уже приплывал сюда на своем мега-корабле и не успевал свалить. Меня, короче, топили. Возьмите, ребята, корабль побыстрее, пободрее. И тогда, возможно, вы слиняете. Но в моем случае это пободрее, это Калиучи. Так, минус один. Погнали. Вот этого сейчас еще. Сейчас мы с ними расправимся. Так. Вот этим бортом. Огонь! Так. Носовая часть. Все, он потоплен. Я не церемонюсь с голландцами. На переговоры с голландцами, как и с испанцами, не хожу. И это точно. Блин, а ключ такой меткий, хороший, мне нравится. Огонь. Блин, офигеть, меня хорошо так разобрали. В смысле? Я только что о меткости говорил. Сейчас будет. Все, новая запись в судовом журнале. Все корабли потоплены, но мне надо будет отремонтировать корабль. Но это будет попозже. Голландские корабли уничтожены, надо побыстрее убираться отсюда. Я согласен, но убираться, еще раз повторюсь, надо на быстром корабле. В моем случае это был Калиучи. Кватердек.
Не понял, что происходит? Тут я думал, бунт сейчас будет. Ноэль Фарже, капитан, вы объясните мне все это? Это что, война? Какого черта голландцы чуть нас не потопили? Барон, я сам ничего не понимаю. Это какое-то недоразумение, не иначе. Готов побиться об заклад, капитан, что это недоразумение имеет имя и фамилию Питер Стависон, так называемый арендатор Сен-Мартена и партнер нашего доброго шевалье де Пуанси. Не могу знать, барон, лучше всего нам поспешить в Капстервиль и доложить о случившемся генерал-губернатору. Вне всякого сомнения, это мы и сделаем, и я потребую объяснений. Я знал, что сдача острова в аренду голландцам – большая ошибка. Быстрее уходим отсюда, капитан, пока за нами еще кто-нибудь не увязался. Так точно, месье. Месье, у нас там целый линейный корабль, или как он там называется, первого класса. Он любую шлюпку потопит. Ну, может, корабль. Ладно, не будем болтать, надо валить. Мы, ребята, приплыли обратно в Флитсбург. Нам нужно обязательно поговорить с Депонси и узнать, что за хренотень там произошла. А пока, ребята, мы просто... Я приостанавливаю эту серию. И мы увидимся с вами в следующей серии. Всем пока. Ну, к сожалению, на меня напали пираты. Я специально подплыл поближе к форту. Что-то у ключи урон не особо... Либо я играю неправильно. Ну, колючий молодец, он очень быстрый, он догоняет мгновенно.